Добрый день, друзья. Вот у нас глава клана капуцинов. Облизнулся и отвернулся. Эй, дружок, мы вообще-то хотели полюбоваться тебя. Морпех. Берет у него черный, как у морпеха, и такой же крепкий. О, сразу видно его сынуля, тоже с черным беретиком. Ах, не доел, отдал малышу, молодец. А малыш с благодарностью принял. У капуцинов у них не такие в стае жесткие законы, как у гамадрил. Гамадрил там жестко все, а капуцины более у них так спокойно. Такие проныры они, любят у посетителей что-нибудь выхватить. Вот уже. Поэтому он и не доел абрикос, что уже наугощался. Вот, правильно мама сказала, туда нельзя. Оп. Он реально так сел? Ты что, совсем что ли? Ты что, баллон дал? Да. Это самый голодный. Да, вот это. Мари просит. Так. О, умчался. Как он с орешком справится? На. Они интересно так орешки разбивают. Бьют об железку. Ну, быстрый, просто. О, что там у них за демонстрация? На, дружок. Вот этот понял, что такой орешек и разбивать не надо. Мягенький, прекрасный так раскрывается. Все, называется, поел. Заелся ты, друг. Ну, на тебе. Переводишь только продукты. Все, умчался. Заелись вы. Вот. Котик скажет, чтоб я так жил. Что, друзья, всем привет от этих шустрых озорников.